steady, this shit found me. Little bit of hell, little bell for the homies. Got a little green, bought a beam for the foul. He took more shots after phase than Kobe. After dark, you go crazy. Police ain't scary shit, you ain't bred for this. I'm still in the hood, they make bread and dip. I'm not jumping ship, I might fuck your bitch. You got enough of this. Feeling like Snoop with the sauce of what? Feeling like you wasn't born for war. Cause when I come around, you be head to the ground. Crack a motherfucker smell, I'm the man running town. Frank Lucas mode, when I am, I heard the Frank Lucas toe. Long Beach like Crazy Joe or Mayhem. We'll be getting new wheels from rocks like cavemen. Little bit of this, little bit of that. Similac, been crazy, come where you living at. Kick down the door, get down and get gone. I ain't come here for the chitter chat, but I'm far removed from that gangster shit. It don't make much sense, rather make me rich. Don't be playing with my money, it'll make me flip. And in the last couple lines, I'ma contradict. And for the last time, I ain't no conscious shit. I like big guns, fast whips, ass and tits. Marriages and white women, Mike Jackson shit. So stop acting like I'm an activist. No, this ain't happen on accident. They giving dead white man to the Africans. It'll never be another one after this. So just pay your mission and pay attention. Little bit of this, little bit of that.
Не помню, зачем я запустил, для чего, что я хотел вообще сделать. Мне нужно немножко вспомнить, что было моей целью, когда я нажимал запустить трансляцию. Я, по-моему, сделал маленькую-маленькую заметочку для себя, именно для себя в антищепотке. Знаете, как в том фильме Гребаного Нолана, где играл мужик с крутым лицом, с такими точеными чертами своего ебальника, который постоянно все забывал. Вот я сейчас нахожусь немножко в состоянии подобной амнезии, когда я забываю, блядь, кто я такой и для чего завожу стримы, для чего существую, и в целом я вижу маленькую заметку, которую я оставил. Начинаю финальную фантазию. Приходите в гости, и два кактуса нарисованы. Что бы это могло значить? Возможно, это должно значить то, что прямо сейчас я начну какую-то игру, которая является как бы новой для меня. И при этом я как бы не закончил игру, которая является старой для меня. То есть Yes, Your Grace так и остается непройденной. Да и хуй с ней, если честно, на самом деле я вообще не жалею ни о чем. Потому что я знаю, чем кончится вся история. Вся история кончится тем, что нас завоюют и все мое королевство падет. Потому что это было показано в прологе. А когда ты показываешь пролог, ты должен быть ответственным. Ты должен быть человеком, который дает себе отчет в том, что с самого начала сюжета ты его спойлеришь. И мне не интересно, чем кончится эта игра, хотя я, если честно, довольно сильно психологически привязался к своим дочкам. Моим маленьким дочкам, моим маленьким дочуркам, одну из которых я отдал замуж за замечательного брюнета. Так вот, видеоигры, это то, для чего существует Twitch, и никуда от этого не убежать, я как бы не хотелось, рано или поздно приходится просто запускать некоторые вещи. Даже если ты обескуражен чем-нибудь, обескуражен, например, тем, что без видеоигр ты не подходишь как бы по контенту к этой платформе, и ты вынужден просто конформно подстраиваться, как конфорка подстраивается под кастрюлю, под требования Твича, которые подразумевают, что ты должен быть геймером, чтобы стать успешным. Я признаюсь, геймер из меня такой себе, и когда я играл в игру, в которой особо даже геймплея нет, и при этом успел налажать в ней и проиграть, реально просто всосать по самый всасывательный мешок. От меня отфоловился один чувак. Ебанусь, я посмотрел статистику. У меня такой шок, если честно, просто что ни в сказке сказать, ни в стриме описать. Я думаю, может быть, как-нибудь убрать эту заглушку, раз уж стрим начался. А вообще заглушки для чего нужны? Для того, чтобы не было никаких, блядь, движений, пока стрим не начался. Но раз уж он начался, то... Ой, это я делал маленький коллаж в честь дня рождения моего прохождения Ведьмака. Никто ничего не видел. Никто не видел моих сентиментальных А кто это там сидит? Кто это? Это какой-то чел, который тоже прятался за всем этим ведьмачьим приколом. Можно увеличить его, я в принципе не стесняюсь. Это мой друг, мой брат, мой реальный хер. Антищепотка, который находится здесь, в прямом эфире. Он немного лохмат, немного в рифму сказать поддат, но на самом деле он абсолютно нормальный, трезвый и веселый, готовый слушать отличную музыку, которая совершенно точно лицензирована, и вести стрим, который совершенно точно будет касаться исключительно видеоигр. Кстати, блядь, я надеюсь, никого не смутит вот эта вот футболка, которую я сейчас надеваю. Я вообще понятия не имею, откуда у меня это недоразумение. Тут, кстати, написано 85 кг. Пиздец. Это ровно противоположно тому, каков мой реальный вес. 58, блять. Охуенно, я просто анти-мужчина. Если вы хотели найти новый гендер, то я его представляю. Анти-мужчина. Мужчины носят 85 килограмм веса, анти-мужчина носит 58. И вы ничего с этим не поделаете, потому что
потому что это придумал я, и все права на изменение этого гендера принадлежат лишь мне одному. Вот я могу делать с гендером антимужчина что угодно вообще, блядь, я могу заявить, что это не женщина, во-первых, я могу заявить, что это мужчина, но при этом это не, как бы, слушайте, это не, это противоречие, да, это логическое противоречие, когда анти является чем-то, что не анти, то есть мужчина это... Антимужчина — это мужчина технически, типа, физиологически, но при этом он имеет вторичные какие-то черты, блядь. Я понимаю, как может смутить эта футболка кого-то вообще, кто зайдет на стрим. Я думаю, сменить ее на что-то более подходящее финальной фантазии. Что-то более виабушное, раз уж мы будем играть в игру такую, знаете, японского немного направления, что-то очень восточное. Я бы надел что-то подобное восточности, и, скорее всего, это будет толстовка с аниме-шрифтом, а вот этот вот... подарок на 23 февраля, как говорится, он пускай останется в тайне, в секрете, в начале стрима и больше нигде не появляется. Мне комфортно в этой футболке, но я понимаю, что тем, кто смотрит на меня, комфортно от этого не будет. Им, наоборот, будет, знаете как, они немного смутятся, я думаю, увидев это. Поэтому срочное переодевание в прямом эфире. Перевоплощение в Виабу. Очень вовремя, как раз во время паузы мне кто-то позвонил, я такой беру трубку и слушаю, кто же там находится? И как вы думаете, кто мне ответил? Мне ответил шорох, вот такой вот. Или вот как тот, который играет сейчас в музыке, может быть что-то подобное. Как будто кто-то совершал мерные... Явно куда-то направленные шаги. Вот то же самое, только без слов. Блин, фейл в том, что вот этого вот не видно. Не видно, просто не видно. Реальный мужчина был прикольнее. Окей, он все еще здесь. Он все еще на месте. Он все еще внутри меня. Реальный мужчина где-то в недрах. Никуда не деться от него. Он будет со мной. Будет внутри. Будет неизбежно. Где-то здесь, где-то на экране, где-то в одном из его слоев. Я что-то хотел сделать, что-то важное, что-то охуенное. Да. Я хотел... Секундочку. Мне нужно зайти на свой собственный канал, свой обожаемый, крутой, любимый канал, и немножко исправить описание, всяких вещей, всяких важных вещей, которые я один считаю важными, а все остальные думают, ну и херня. Так вот, где нахожусь я и где... Так, он под толстой... Именно. Блять, какая музыка, нахуй, убрать далее. Давайте чем-нибудь более танцевальное. Я, короче, хочу...
Нет, да? Диджей Макар... Бля, может Сяву включить, я не знаю. О, бой. Ой, а это грустная песня из бесплатной игры из Стима. Пиздец, но все не то, все не то, все не то. Вот это то, нахуй. Вот это, блядь, то, что нужно человеку, который просто настраивает свою страничку в Твиче. На Твиче. Я едва не сказал Телеграме или Тумблере. Вообще сложно очень запутаться в этих соцсетях. Разного рода направленности. В каждую из которых я попытался сделать свой вклад. А еще Твиттер. А еще Твиттер. Тумблер, Твич, Твиттер, блять. Господи, что я сделал с интернетом? Мне стыдно. Я хочу, чтобы после смерти все, что я выкладываю в интернет, было удалено, уничтожено, съедено. Просто передано кому-нибудь. Все, я работаю, а сейчас вернусь альтернативно. Так. Ура, я закончил. Я все сделал? Нет, я не сделал. Я все еще сомневаюсь. Вот так всегда. Как сделаешь какую-нибудь хуйню, а потом думаешь, а может быть стоило сделать иначе? Может стоило сделать иначе? Может быть стоило вообще, блять, этого не делать? Хз, просто... Вот бы повеситься в прямом... Что? Включи нормальную музыку. Чел. Типа вот этой. Пиздец, как у меня много, оказывается, ожидательной музыки, именно ожидательной. А ведь именно это и мы и делаем. Сидим, блядь, тут и ожидаем чего? Чего? Настоящего гейминга, нахуй. А здесь происходит подготовка к прохождению финальной фантазии 15. А предыдущие 14 частей мы, конечно же, уже прошли от начала до конца. Все нам известно, все предыстории... Имеют свое основание, они лежат в нашей голове. Пиздец, какая-то музыка играет. Короче, я просто уничтожаю любое музыкальное сопровождение и реально запускаю игру. Все, кто недоволен, могут ложиться спать или в кровать, или другие интересные вещи. Где моя игра? По-моему, я ее удалил. 110 гигабайт. Я, Витаж, по-моему, я еще утром или днем, смотря, блядь, в каком часовом поясе ты живешь или находишься, говорил, что 110 гигабайт видеоигр были установлены и заключают в себе желание 3. Я загадаю первое желание это быть, остаться в истории хоть каким-то образом, хотя бы клоунским. Чтобы через 50 лет кто-то еще вспомнил обо мне. Второе желание это... Все, я закончился. Второе желание это сэндвич с тунцом, блядь. А третье желание это просто... Вот, я не знаю, я прям как в той шутке, знаете... Когда чувак приходит в Макдональдс и такой встает у меню и стоит, блядь, а потом говорит: а можно мне бургер? Бля!
Нет, да, конечно, конечно можно, но не мог бы ты выбрать что-нибудь более интересное, например, сырного чувака, вот это, сырный Джейк, наше блюдо дня, я рекомендую вам сегодня употребить каждый раз, чтобы, боюсь я вообще писать тебе что-то, чтобы не перебивать, мой эпичный флоу просто быстро иссякнет, как только я запущу игру, спрячу видеокамеру, и мы будем полностью сконцентрированы на истории, которую рассказывает нам человек, который придумал финальную фантазию. Надеюсь, эта фантазия будет не финальной, и будут еще много разных фантазий для людей, которые любят фантазии. Потому что я уверен, что 15-я фантазия нам просто все порвет нахуй, и штаны, и сознание, и прочие разрываемые вещи. Надеюсь, лишь черепашка останется невредимой. И я только что нажал дважды на ярлык игры. Теперь мы никуда не убежим. Теперь она неизбежно появится у меня на экране. О боже, а это значит и у вас. Неизбежно появится, перекрыв меня. Для двоих места маловато. Кто-то должен остаться. И это будет игра. Мы типа, знаете, такие... У нас дуэль. И вот примерно таким образом я собираюсь ее закончить. Пью. Пиу! Пири-пири-пири-пири-пири-пум! Захват окна. Мне, пожалуйста, финальную фантазию. Да, да, теперь вы ее видите. Нет, Виташ, я живой, на самом деле. Я теперь голос в твоей голове. Я не умер. Я все такой же клевый и веселый. И выберите сложность. Я надеюсь, никто не будет осуждать меня за то, что я выберу легкую сложность, потому что я такой болтунный, дурак, и вообще не могу, вообще не способен сконцентрироваться на геймплее. Мы уже видели это по Нир Автомата. Когда я веду стрим, я... Ебланю полностью. Нир Автомату я не смог просто пройти. Я не смог пройти пролог. А если ты лажаешь в последнем босс-файте внутри пролога, ты должен начинать всю игру с самого начала. Я не хочу здесь подобных казусов, и я реально хочу пройти игру. Я реально хочу что-то, по что можно челануть, знаете. Просто погулять с друзьями и все такое. Поэтому, блядь, скрипка, не перебивай меня! Скрипка! Я уничтожу ее прямо сейчас своим антискрипочным мечом, который совершенно точно каноничен в мире последних фантазий. Открыть микшер громкости и... Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Поставлю игру на 61, на 59, вот так вот. Игра будет немного тише, чем я, конечно же. Я сделаю потом, может быть, громче. Все, заебись, пошли. Погнали. Мы как просто отряд, знаете кого? Спецназа. Внедряемся на легком режиме. Детский режим! Обучение в интерактив... Обучение для пусечек. Сохранение. Я сам всему научусь просто в процессе. Поехали. В смутные времена одно лишь пророчество поддерживает надежду в сердцах людей. Пророчество. Пророчество гласит, что все мы здесь сегодня собрались, чтобы в очередной раз сдохнуть в очередной игре, в которой мы не преуспеем, загрузка, в общем, как дела? Начинают свой путь, они даже представить не могут, что их ожидают впереди. Впереди их ожидает... Женщина на автомойке с отличными дойками, которые она не стесняется продемонстрировать, немножко опустив молнию на своей... Нет, наоборот. Немножко опустив собачку на своей молнии. История избранного короля, спасителя звезды. А ну-ка, заткнись, щепотка, мы потребляем сюжет. Погоди, чё? Что? Кто это? Так и должно быть! О боже! Кто? Что?
что с моей игрой? О боже. О боже. Дорогие друзья, я надеюсь, я просто заколдован. Закуколдован. Мне нужно уничтожить босса, чтобы расколдоваться. Я... Say what? 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 Что происходит? Я какая-то, блядь, аниме, просто фигурка. Друг! Пригнитесь, чат. Блядь, чё, брат? Кто эти люди? О боже! Это как лего-пародия просто на видеоигру. Какого хуя? Я должен был проверить настройки перед тем, как запустить это. О боже. Вперед. Я надеюсь, после белого экрана все станет нормально. Перед падением. Перед падением все были нормальными, человечно выглядящими, дорогими, любимыми, замечательными антропоморфными людьми. Это же Обливион. Я сижу на троне. Назначенный час пробил. Тут ты прав. Благословляю тебя, сын. Пора. Сына корзина. Отличная озвучка. Спасибо. Да, обращайся. Пусть боги будут милостивы. К Щепотке и его стримам. Да. От которых сегодня отпишется еще немного людей. Прикольная озвучка. Люблю, когда аниме кряхтят. Бро, у него такие молодые глаза. Он прям вообще принцы не выглядит. Всегда такие принцы. Не совсем по регламенту. Тебе же речь не нужно было произносить. Мне зато, блядь, нужно в течение всего стрима произносить нахуй речь бесконечной. Чего? Ты приемный. Ты... Я столько хотел бы сказать тебе. Да ты вообще молодой, я... Тяжкое бремя на тех, кто рядом. Капец. Да ладно, он выглядит как школьник с накладной бородой. Я не прошу вас направлять моего сына. Ну, графин отличный. Просто будьте с ним рядом. Конечно, будем. Да, ваше величество. Мы за принца готовы жизнь отдать. Да, именно так. Мы друзья, будем носить одни штаны. Дампор уже запустил мотор. На четверых. Драутас, следи за ним. И вот еще что. Чат, следи за ними. Общаясь с невестой, следи... не забывай о манерах. Блять, это короче, знаете что? И вы, ваше величество. Это Yes, Your Grace, спин-офф. Об этом не волнуйся. Спин-офф про принца, сынок, которому я отдал свою дочь. Дороги уже не будет. Думаешь, не поеду? Думаю. Не думаю. Я лишь хочу знать, готов ли ты покинуть дом. Не знаю, как... Да! Да, я готов. Прошу прощения, прошу прощения, чат. Помни, где бы ты ни оказался, ты наследник королей Люциса. А, кайф. Выше голову. Сын мой. О, да мурашек. Просто... Сын мой. На самом деле я по-хорошему прямо рад, что я играю в это. Мне очень нравятся катсцены. Вау, наконец-то будет геймплей, который будет грузиться, возможно, более часа, может быть, менее часа, то есть время, за которое мы могли бы посмотреть, наконец, новые «Звездные войны», которые я так сильно хотел посмотреть сегодня посмотреть чисто в иронических целях, само собой, но вместо этого я буду вникать в сюжет игры. Итак, принц Ноктис Люцис Кэллум кинул родное королевство вместе с тремя своими друзьями. Он направляется в Альтиссию, столицу Аккорда, где ему предстоит закрепить союз между двумя государствами женитьбой на леди Лунафрее из имперской провинции Тенебры. Такими вещами мы и занимаемся. В общем, этот текст мог бы быть представлен, знаете, уходящим вдаль, как в тех же «Звездных войнах». Я хочу такой же аниме-прическу. Давайте попробуем сделать мне такую же, как у этих персонажей, пока происходит загрузка. Как у них? У них просто торчат волосы, да, как бы? Хотя, в принципе, у меня и так довольно аниме-прическа. Не знаю.
Мне нужно не менее тонны геля для укладки, чтобы хоть что-то изменить сейчас. Ну и немного больше волос на самом-то деле. Вот так, кстати, клево выглядит, когда волосы закрывают глаза немножко. Но это очень неудобно. Очень неудобно таким образом сидеть и смотреть вообще на что-либо. И идти тем более. Есть на свете такие долбоебы, которые играют в капюшонах видеоигры? Я буду первым. Кстати, загрузка завершена. Снимаю капюшон. Снимаю... себя. Вау, мы едем в далекие края. Веселые соседи, ебанутые друзья. Сбей нас! Дорога ярости. Блять, верните мне нормальные то модельки нахуй. Доберемся. Я думал, за городом люди добрее. Сука, Евротур. Незнакомцев далеко не уедешь. Придется ее теперь всю дорогу толкать. Я уже сам себя толкнул почти что насмерть. Вставай. Долбоёб, вставай. Вперед. Машина сама себя толкать не будет. Толкаем. Толкание в процессе. О боже. Было бы неплохо. На старт. Внимание. Марш. Толкай. Я толкаю, я пытаюсь, но игра просто игнорирует мое нажатие W. На самом деле, шутки шутками, приколы приколами, но я бы хотел, наверное, сменить как-нибудь модельки персонажей. Не знаю, как это сделать. Подсказки, выносливость, интерфейс, область вибрации. Можно мне на максимум? Да, она уже стоит. Красивая музыка. Напоминает Аллилуйя. Ладно, поехали. Придурки, блять, машину сломали. Телеграфные столбы. Именно такого размера. Быть не может. И в реальном мире существует. Принц Ноктис. Сами виноваты. Но судя по этим столбам, реально сказка какая-то. Надеюсь, это не дурной знак. Гладио, до свидания. Одна просьба. Что? Какая? Толкай машину сам. Один, что ли? Да ты и не заметишь, если мы перестанем. Знаешь что, Промто? Даже не думай. О чем? Лучше побереги дыхание. Игнис, меняемся. Даже не думай о заднице этого огромного мужика. Но просто прекрати. Сейчас моя очередь. Ага, его. И моя. У меня руки отваливаются. А хочешь, я тебе их оторву? Эй, крутыш, полегче! Виташа, хочешь, я тебе оторву руки? Как насчет такого? Окей, давайте просто, блядь, с чатом еще поругаемся, нахуй. Как будто этих конфликтов мало. Этих конфликтов на экране. Это так на карте мира кажется. К сожалению, я не из тех, кто способен просто толкать машину. К сожалению, мне обязательно надо будет ставить какую-нибудь херню, типа этот мир такой большой. И полный чудес. Моим ногам от этого не легче. Серьезно, вот эти вот масштабы телеграфных столбов, которые утыкаются в небо. О боже. Кто их строил? Кто и для чего? Мне кажется, просто хулиганы когда-то залезали на эти огромные дубовые сосны, которые проводят электричество, и оставляли там свои автографы. Именно поэтому столбы сделали такими высокими, чтобы никто не смог залезть на них и спрыгнуть и сделать прикольный ролик, типа прыжок со школы, только прыжок прыжок с загрузки. Чат закрывает важную надпись. Молот форпосты. Отлично, мы нашли форпост. Красавцы все-таки дотолкали. Привет! Долго вы ехали? Вот бы еще ей затолкнуть, да? Ребят! Я прав?
Поздравляю вас со свадьбой, ваше высочество. Да пока рановато. Кто эти люди? Кто эти кактусы? Что? Что происходит? Это ты перед моим дедулей будешь извиняться. Значит, ты... О, здорово, здорово. Порвите этого человека, нахуй, который на английском что-то написал. Давайте ее сюда уже. Это явно бот. Это модифицированная классика, а не ржавое ведро. Хотя? Неужели твой папаша тебе не сказал? Ладно, хуй с ним. Бля, модный дед. Я хочу такой же цепочку. Принц Ноктис. Да, да. 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 Найс стрим, найс кок. Папашу, только благородство. Тройной тукам. Хелплы. Тебе предстоит долгий путь, сынок. А с разъянутым ртом ты далеко. Что этот хер несет? Я про чё ковчать? Очень талантливый комментатор. Придется поработать. Заведите ее внутрь и валите отсюда. Слышали? Ладно, давайте за работу. Вот за сюда. Какую работу? Мы только что, блядь, протолкали машину через половину вселенной. Мы просто хотим отдохнуть. Накорми нас. Накорми и приласкай. А теперь будем сидеть и ждать. Никогда да. не любил ждать. Да и не умел, в общем-то. Братан, теперь тебе придется немножко подождать еще, пока я сменю модели персонажей на нормальные, адекватные и человеческие. Вернуться на титульный экран, и там это сделать можно, я уверен. Я надеюсь, игра автосохранилась, потому что если нет, прикиньте, нам придется заново смотреть этот чудесный пролог. Я вообще не против, на самом деле. Только этого и хочу. Добро пожаловать в... Square Enix. Луна, одинокая голубая луна, смотрит на наши глаза. Вот здесь. Вот здесь корень зла находится. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Я надеюсь, это все. Здесь написано, что подписки 999. Давайте уточним просто, что... Ага. Броня, блядь. Замечательно. Так. Все. Все отключено. Все. Больше никаких клоунств. Играем реально в игру, блядь, наконец-то. Нормальную игру. Для нормальных пацанов и девчат. И всех людей. Всех возрастов. Загрузить. Глава 01. Да, мне, пожалуйста, ее. И ту сексушную девку с автостоянки, автозаправки. Эх, заправить бы ей. Ну, у нас тут вообще семейные стримы, на самом деле, проводятся всегда, и у меня очень жаркие носки. Это сведения, которые должны были быть озвучены прямо сейчас в чате, потому что я очень хочу носки, которые были бы очень нежаркими. Но вместо этого мне, наверное, придется просто... стримить без носков. Представляете? Представляете, какой риск, какому риску я подвергаю свои ладошки на ногах, которые вполне могут замерзнуть и заболеть, просто простудиться. И прикиньте, они будут чихать. Игра такая, которой она должна быть. Которой она реально должна быть. И, кстати, если пропадают килобуты, и, может быть, FPS на стриме дропается, я могу просто, ну, типа, сделать настройки пониже и поумерить, знаете, пыл. Технический пыл. Эй, принц! Принц! Подожди, объясни мне. Вы впервые так далеко выбрались, а? А? Ну, так погуляйте, осмотритесь. А это, чтобы вы не потерялись. Знаешь, где я бы потерялся? У тебя в декольте... Ты дурак, ты щепотка, ты идиот просто. Ты... Почитай нахуй книжку. Знаете, что я люблю делать? Я люблю ходить, ну, типа, размеренным шагом. Добавлен пункт онлайн. Это ух очень ты, хорошо. У них тут есть Эбони! What? Их не с ума сойдет! Стоп. А что такое Гил? О, знаете, что я хочу? Я хочу узнать, как здесь ходить, ну, типа, пешком, а не трусцой. Меня реально бесит вот эта тема.
Когда ты такой постоянно бежишь, куда-то бежишь, бежишь. Предметы, приемы, снаряжение. Оу. 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 Это приемы? Нет, это навыки. Это телемантия, телепатия, предметы, архив, время задания. Я вообще не понимаю, как здесь найти, знаете что? Настройки. Настройки управления, может быть. О боже. Со мной все потеряно. Со мной все кончено. Знаете что? Я настолько зол на это меню, что я просто забаню человека, который пишет комментарии. Бум! Закрыть. Еще пиздец. Вы знаете, что это не главное меню? Это вообще что? Это вообще как понимать? Архив, предметы. Заклинание пешей ходьбы. Мне, пожалуйста, одно. Навыки пешей ходьбы. Нет. Приемы, снаряжение, задания. Как, ну, типа, меня не интересуют просто настройки гребаной игры. Они полностью отсутствуют, я так понимаю, здесь, когда ты играешь. Лол. Всем лол в чат, пацаны. Посмеемся прямо в микрофон. Ладно. Просто продолжу играть, это так. Как меня вынуждают. Карта с очень, я бы сказал, крайне странным шрифтом. Хаммерхед. И знаете, что удивительно? Нет. Знаете, что удивительно? Удивительно, что я еще как-то умудряюсь читать вообще все, что здесь написано. Этим шрифтом. Что бы вы хотели на этот раз? Ты можете зарабатывать гил, выполняя охотничьи задания и продавая безделушки, найденные по пути. Меня это очень радует, но пока что, я думаю, у меня ноль валюты, поэтому... Нокт, можно тебя на минутку? Мы потратили на ремонт все, что у нас было. Думаю, нам надо поговорить с Синди. Мы без гроша в кармане и без машины. Как будто этого было мало. Во всем виноват старик, раз столько с нас взял. Пиздец, у нас нет денег, мы... чем мы будем питаться? Что от меня требуется сейчас? 2 выполнено, 2 принято. Все, короче, я просто нажимаю escape. Надо к нему заглянуть. Хочешь поржать от души, загляни гений в штаны. Ты про это? Это отсылка к «Счастливы вместе», я прочитал ее. Гараж, расположенный на восточной оконечности континента Люцис, принадлежит уроженцу королевского города, механику Сиду Софьяру. Вместе с ним здесь работает его внучка, Синди Аурум. У внучки, кстати, совершенно другая фамилия. В отличие от большинства других мастерских, где услуги предлагаются только для автомобилей, молот обслуживает и самих водителей. В каком смысле? Предлагаем питание и разного рода мелкие товары. Благодаря прямолинейному, но дружелюбному стилю общения владельцев, этот форпост служит оазисом покоя, где путешественники могут передохнуть после утомительной поездки по равнинам Лейда. Но прибывшие, имейте в виду, если вы не хотите навлечь на себя гнев Сида, не спрашивайте, почему гараж так называется. Да мне похуй, ну молот и молот. Ничего странного в названии нет. В архив занесена новая информация о регионе. В меню записи можно посмотреть, что вы узнали об Эосе. Ладно. Как здесь... Ну, просто по-человечески ходить. Стоп. Мне кажется, я понял. Нет. Смотрите, я пока не умею ни спринтить, ни ходить по-человечески. Стоп! А, что я сделал? Что такое? Посмотри, я научился ходить. Но как я это сделал? Но какой ценой? Нет, серьезно, а что я нажал? Guys. Um,
Мне кажется, сейчас я нажму какую-то странную комбинацию клавиш, которая сделает с моим Windows ужасные вещи. Да, братан! Здесь душновато. Душновато, да, я пытаюсь... О, боже. Нет, нет, вы видели? Он шел как нормальный человек. Вряд ли я ее заинтересую, но у нас с ней столько общего. И кто это воображаемый? С щепоткой? Когда все закончится, я заеду к ней в молот. Я заеду по ней молотом. Блять, это такой фейл, нахуй. Конечно, крин полный. У меня уже залипание. Залипание клавиш включилось. Ладно, ладно. Будем бегать, как долбоеб. Я не иду, я бегу, в этом моя проблема. Пит-стоп. Острая джамбалая. Так. Плюс чат, кто не отказался бы сейчас от старой доброй острой джамбалая. Пальчики оближешь. Вы помчитесь за добавкой, попробуйте. У нас интересно, нет денег. Интересно, что за мясо они готовят? Какая разница, лишь бы было вкусно. Ох, это зря. Ремонт есть, бензин есть. А вдруг это харам? То есть, добро пожаловать. Ты еблан? Не хотите перекусить? Сука, просто чувак нахуй нервный. Нервный, реально на измене что сидит. Что вы хотите узнать? Ближайшее убежище написано на карте. Мне кажется, ближайшая парковка на карте. Очень круто, очень замечательно. Форпосты. И мы все, мы имеем все на нашей карте. Спасибо лысому парню, который очень нервный. Очень нервный. Как будто он что-то скрывает за своим прилавком. Не знаю. Возможно, есть связанный квест, который подразумевает, что мы должны раздобыть бензодиазепины для этого человека, чтобы он перестал быть таким странным. Информаторы предложат вам охотничье задание. Замечательно, и это я и хочу. Повышите ранг охотника, и за каждый новый ранг вы будете повышать, получать деньги и другие награды. Кроме того, вам откроется доступ к более сложной охоте. Это круто. Это круто. Люблю. Поможете со зверями. Забывайте голодного ветра. Съесть штуки. Завывание охотное что. Мы охуенные ребята, блять. Мы принцы. Будьте начеку. Кончается уже. Надо запастись перед выходом. Хай. Король Регис обратился к жителям королевства по поводу мирного договора. Возможно, у некоторых из вас условия этого договора вызывают опасения. Нормально? Возможно, вы спрашиваете, нормально? Я не забыл ли король, нормально? Какой народ. Ты выглядишь нервным, нервным. Ты очень нервный. Ты выглядишь так, будто чего-то боишься. Ты испугался? Че, испугался? Че, испугался? Че, испугался? Че, страшно? Странно, ты как-то странно, ты ходишь, как-то что-то жесты твои мне не нравятся. Ты что-то задумал, ты что-то выдумал, да? Что это ты молчишь? Свобода! О боже, о боже, о боже мой, я научился ходить как человек. А знаете, что нужно было сделать? Зажать правую кнопку мыши. И игра после этого зависает. И отвисает. Странное управление на самом деле. Вау! Докучные бесконечные сказки. Сказки. Привет, Сиба. Давно не видел тебя. Давно не видел всех. Давно не видел людей вообще. Мы все уже давно сидим в своих домах и никто никого не видит. Мы все изолированы от общества. Ах, ах, эти прелести коронавируса, которые мы пока не знаем. Ну, здравствуйте. Привет, я бы хотел продать вам все, что у нас есть. Пух Феникс, замечательно, все это продать, да. Благодарю и вас. Мы разбогатели, давайте. Спасибо. Замечательно, у нас есть 500 гил, у нас 500. Ты видишь? Я вижу все. Работает жесть. Работает жесть, которая делает нас с одной стороны людьми, а с другой стороны не людьми. Ну, как дела, ребята? Да хуёво все, просто дай нам все, что у тебя есть. Немного этого и... В смысле не достать? Я только что продал какой-то херни на 500 гил. Ладно, чиликон.
Ебой. Сейчас приду. Приходи скорее. Началось. Началось. Сила атаки плюс 20. Максимум ОЗ. Да, блин, на самом деле я очень-очень сильно хочу этой штуки. На самом деле, прям вот в реальной жизни. Хотя она выглядит ужасно. Но ужаснее выглядит то, чем я обычно питаюсь. Потому что это гречка, блядь. Это простая гречка. Я не знаю. Потому что, может быть, я на диете. Может быть, может, Толик меня поприветствовал. И это самое главное достоинство. Чиликон Карне. Которая увеличивает вероятность появления тальянчика. И кому достанется это ужасное блюдо? Я смогу приготовить это в лагере. Заебись, красавчик, будешь готовить, будешь... блять, если получится хоть немного не так... Ты просто получишь поебалу. Вот такой вот я начальник, значит, начальника вселенной. Наелись? Вот и хорошо. Всех накормим. Вот запомните, ребята, лучший вид на диск открывается с листа Силума. Что у нас по сюжету? По сюжету нам требуются следующие вещи. Журнал. Кстати, не открывается на букву J, как в нормальных играх. Я просто стрим закончил, красава, ты супер стример. Жаль, я не видел. Вау, от первого лица. От первого лица можно смотреть на бицепсы нашего любимого друга. Я думаю, итальянчик в реальной жизни выглядит именно так. И стримы у него все проходят без рубашки. Как вернуться? Да, я вернулся. Вернулся в реальный режим реальной жизни. От третьего лица. Так, этому придурку мы впарили какой-то пух. В принципе, я доволен. Далее. Как же сложно вникнуть в игру, когда ты на стриме, блядь. Вот что это? Вот нигде, ни в одной игре такого не было. Вот чтобы ты фризила. Поговорить. Это все, что я хочу. Она еще не готова. Вы что-то хотели? Тебя. А не слишком ли дорого для небольшого ремонта? А не тебе ли судить, какой ремонт большой, а какой нет? Ты вообще что понимаешь в автомобилях? Так вот, что я ничего. Я имел в виду дедуля, когда сказал, что преподаст этим мальчишкам урок. Он сказал, что хочет, чтобы вы разобрались с местным зверьем. Они в последнее время что-то совсем обнаглели. Ты если про этих алкоголиков около кафе. Что скажете? Не ищем легких путей, да? Ну, спасибо, дедуля. Получено 10 очков сопротивления. Замечательно. Используйте очки спайс бросок, чтобы усилить Ноктиса и его друзей. Да, вот, ребят, плюс в чат, у кого есть друзья. Ни одного плюс. Что значит? Потому что я только сказал. Вот я, например, вот так вот ставлю. Так, продолжаем игру. Видеоигры — это моя жизнь. Мои друзья — это те четверо и вообще все разработчики этой игры. Там, когда стемнеет. Демоны вас сразу изнасилуют. Вот. Этого должно хватить на ночлег. Бронзовый вот наруч. Не говорите, дедули. Виташа, ты... Я не знаю вообще, с какого момента начинается дружба. Правда, вот с какого момента начинается отношение между мужчиной и женщиной, с какого момента начинается дружба между мужчиной и мужчиной, с какого момента вот... Сначала вы просто общаетесь, потом вы как бы приятели, потом вы, может быть, хорошие знакомые, далее вы типа коллеги или что-то вроде того, и т.д. и т.п. И вот так вот отношения развиваются, и после какого-то момента вы уже можете твердо сказать, что вы друг другу друзья. Никому но... случайно не хочется, чтобы машина опять сломалась. Но каков этот момент? Все так серьезно. Ага, серьезно. Что именно из себя представляет этот момент? Сложно сказать, сложно. Так, как бы подвинуть чат, чтобы... чтобы было видно игру при этом. Дружба начинается, если провести с человеком 200 и более часов. Ну, кстати, может быть, если в Твиче есть счетчик просмотренного времени у стрима, то можно набить реально 200. Хотя у меня самих стримов пока нет на 200 часов.
Будем стараться, чтобы были стримы на 200 часов. И тот, кто просмотрит их все от начала до конца, это по 2 часа 100 стримов. На! Легкотня. Когда враг замечает ваше присутствие, на экране появляется индикатор угрозы. Некоторые враги начинают атаку быстрее других. Что ж, мы будем атаковать на предупреждение. Достать меч. Меч... Что ты делаешь? Я не хотел. Это правда то, что я... Найс, сколько... Прикольно, они пугаются меня. Похоже, первая дичь найдена. Готов, но? Готов. Ух! Удерживайте левую кнопку мыши, чтобы убавить немножко звук. Я бы реально убавил. Витаж, я не молодец, я просто человек, который некорректно воспринимает странные вещи, типа одобрение или попытки подружиться. Я социально не адаптированный, поэтому если ты общаешься со мной как с нормальным человеком, да, вот так все ебашим, просто ебашим зверей. Все эти pussy talk это для детей и девочек. Настоящая работа это пиздить жалохвостов в их жальные хвосты. И призывать оружие с помощью левой кнопкой мыши, чтобы провести блиц-атаку. Воу. Ладно, звучит как что-то очень простое. У нас есть левая кнопка мыши, у нас есть числа. Да, и у нас есть музыка, которую я хотел бы, правда, очень хотел бы... сделать потише. Потому что она прям, слишком. Звук. Знаете? Ну, вот как-то так. Ну, возможно, я не очень музыкальный парень. Да, блядь, ты лох или кретин? Или почему 60% не применились? Потому что надо было ставить 65%. Да я не парюсь вообще, Виташ, и тебе не следует, никому не следует париться на этих стримах, они просто такие, знаешь, по приколу, человые, веселые, отличные. Так. Главное, чем следует париться, это уровни звука, типа, не слишком ли громок я, не слишком ли громкая игра и все такое, вот это техническая часть. Да, блядь, ну ты... Детский режим, кстати, включен. Ну, в текущий момент пизды получили вообще все. Никто не против. Все рады. Ура, вперед. Задержка 30 секунд, 45. Блин, брат. Что делать? Надо F5 нажимать. Пауза. Пауза в игре, чтобы все успели нажать F5. Мне кажется, может быть, как-то надо даже настройки вывода изменить, чтобы знаете что? Пара. Задержка была поменьше. Но, возможно, тогда упадет, знаете что? Производительность. Нет. Качество. Ну, давайте по приколу я сделаю малая задержка. Все, такой вот пресет сейчас стоит в OBS. Посмотрим, насколько сильно изменится картинка, изменится вообще что-либо, что может измениться. Потому что самое главное здесь это малая задержка. Вот что. Малая задержка и качество, вот что было бы отлично. И можно было просто брать и гулять со своими пацанами прикалываться, анекдоты рассказывать. Эй, чел, ты помнишь тут анекдот про человека, который вышел на дорогу, полную дробовиков? В смысле, я не слышал о таком анекдоте вообще никогда. Ну так слушай, в общем, выходит мужик и видит дробовик на дороге. Он смотрит, а выше немножко над ним, прямо над его головой светит. Интересно, сможем ли мы еще когда-нибудь сесть в нашу прекрасную машину? Сидеть почти весь день было приятно. А спать еще приятнее. Светит фары автомобиля Форда
премьер 1899 года. И он такой думает, слушай, если солнце было заменено автомобилем марки Ford, то в каком случае мне следует действительно воспользоваться этим дробовиком? И тут к нему подходит армянин и говорит, слушай, мы все должны объединиться для того, чтобы мир прекратил быть таким отстойным. Просто давай сделаем какие-то вещи. И мужик с дробовиком такой думает, что ж, пожалуй, Форд 89-го года рождения должен объединиться вместе с нами, и ну, втроем мы все сможем сделать мир немножко лучше. Спасибо за понимание и добрый вечер. Вот такой вот анекдот. Человек мы рассказываем... Жизнь нас к этому не готовила. Да забей, мы же даже не бежим. Мы просто гуляем. Они опомниться не успеют. Вперед! Эй, жилохвост, как насчет получить немножко въеба... Нажмите правую кнопку мыши, чтобы увернуться от вражеской атаки. Удерживайте правую кнопку мыши, чтобы провести фазовую защиту от всех атак, потратив ману. О, бой, у вороты. Оу! Неудачно. Что там с задержкой? Телепортироваться в точку. Е-бой, я телепортируюсь и уворачиваюсь. Когда-то... Еще на релизе. Я играл в демо-версию этой игры и чувствовалось как-то более драйвово. Сейчас я просто не понимаю вообще управления. Оно кажется топорным и каким-то тупым, ну, типа... неотзывчивым. Я нажимаю кнопку, и проходит определенное количество времени после того, как что-то происходит. То есть какой-то отклик. Отклик. Ладно, мы быстро справимся. Очень поздно. Очень поздно приходит отклик. Двигаемся дальше. Двигаемся просто куда захотим, и дальше, не дальше, назад или вперед, короче. Так куда мы в итоге собирались? Какая разница, давай просто погуляем. А потом поедем на причал Галкина. Потом Галкина. И опомниться не успеем, как мальчик станет мужем. Сначала дождемся машины, а потом будем кричать горько. Понял? Так, знаете, что я хочу еще сделать по звуку? Мне кажется, здесь очень избалансированный звук. Музыку я уже убавил, в принципе, нормально. Вот звуковые эффекты, их тоже реально следует поменьше сделать. Ну, прям по ушам бьет, ну, серьезно. Ну, гайс, ну, как можно было, ну... Аудиоплееры. Речь вообще на уровне остается. Это чуть ли не самое главное для меня в игре. Эти переговоры, эти диалоги. Аудиоплееры, музыка, само собой. И все. Все. Продолжаем. Let's continue. Как говорила моя учительница по английскому языку, которая научила меня английскому языку. Ну что, Виташа, как там с задержкой? Все нормально? Дорогой, у меня задержка. Что это, блять, было? Чел, это был кринж. Бро, you just said some cringe. You're going to lose follower. You're going to lose pullover. Pullover это, по сути, что-то вроде свитера. Или свитшота. Чем пуловер отличается от свитера или свитшота? И вообще, насколько они сильно похожи? Может быть, я что-то не понимаю в одежде. Если кто-нибудь разбирается, вот если тут есть девушки обычно... Мне нравится его восторг. Если есть тут девушки, то объясните мне, во-первых, это, что такое пуловер. А во-вторых, чем блузка отличается от рубашки? Ну, типа женская блузка от женской рубашки. Ну, типа, ты видишь женщину как бы в рубашке и говоришь, эй, это блузка или рубашка. То есть я имею в виду белая рубашка. Я вообще нихуя не понимаю, на самом деле. В мире одежды, в мире без одежды ничего не знаю. Много вопросов имеется у меня. Особенно к тем двум голубкам, которые отошли от нас и теперь существуют где-то поддаль. Чё вообще со стримом? Он живой, я надеюсь? Блин, вы просто вынуждаете меня сейчас зайти и посмотреть, что происходит. И я вижу, что происходит. В 480p выглядит просто ужасно. Так.
ну, когда я просто стою и ничего не делаю, кстати, картинка вполне нормальная. Задержка 1 секунда и 10 миллисекунд. Вполне хорошо, так. Попробуем немного динамики. Ну, то есть... Побегаем, попрыгаем. Сворачиваюсь, быстро смотрю, у меня... Ага, и когда происходит динамика, короче, падает FPS, походу. Походу, реально падает. Пипец, вот это капризная игра. Мне кажется, просто притворяются, что понимают, в чем разница. Тоже возможно. Тоже возможно. То есть, если ты тоже не понимаешь, в чем разница, то окей. Похоже, мы находимся в мире, который обманывает сам себя и нас всех. Как бы еще так поиграться с настройками, чтобы стрим выглядел клево и весело и привлекательно. Может быть, настройки самой игры как-то изменить? А может быть, и так все было нормально, и я себя накрутил. Пресет, может, производительность сделать? Хз. Короче, если картинка будет сильно распадаться на квадраты, то говорите. Или если будет FPS падать. Потому что у меня на экране все отлично. Я просто играю в свою игру в 60 FPS и кайфую. От жарищ. Сними свою аниме-куртку, дурачина. А ты напялил свой красный свитшот. Думаешь, ты анимешник? Нет, а на самом деле ты просто настоящий мужчина, 85 килограмм. И мы докажем это. Мы докажем это, сняв с тебя свитер. О боже. Опасность. Снейк, прячься в траве. Да. О, нет, я не это имел в виду. Давай приманим их и откусим им хвосты, а потом вонзим эти хвосты им в лица. Как вам такой вариант? Почти справились. Поднажмите. Мы еще ничего не сделали. Ноктис может ничего... И все на свете. Захват цели и атакующий телепорт. Хорошо, это очень весело. А, я забыл. Бро, я пытаюсь. Ура, я убил лягушку. Нет, я убил лягушку. Я не убил лягушку. Я не убивал лягушку. А, сэр, пожалуйста, не судите меня за это. Как можно вообще убить лягушку? Вы ебанулись? О боже. Этот блондинчик чуть мне в лицо не засадил своим огромным. А может, в гостинице переночуем, если ты заплатишь. Передвочуем. Ага! Смотрите, мне просто похуй. Я бегаю, и он даже не может меня атаковать. Вот это детский режим. Вот так он. А так он и происходит. Великолепно, но... Да. Илда. Да. Энергия льда. Кто бы это мог быть? Да, мам. Привет, это Синди. Как идет охота? Мы уже закончили. Вот и прекрасно. Вот бы они орали ему в ухо, типа. Наливай, блядь, передай сигарету, Ноктис. Старая хижина. Все понял. Проверим. Что там закладка? Пацаны, ребята, короче... Ну, что сказала Синди? Есть Дэйв. Он что, пропал? Нет, он вроде как засел в хижине. Дэйв, короче, засел в хижине, мы должны найти его, понимаете, ребята? По какой-то причине мы обязательно должны это сделать, иначе Дэйв останется в хижине навсегда. Мы же не хотим этого. Чел, ты мне кажется, вообще не врубаешься, кто такой Дэйв. Правда? Ты правда? Что ты делаешь? Я пытаюсь объяснить тебе, кто такой Дэйв и почему мы должны освободить его, прежде чем мы пойдем. Я надеюсь, мы все достигнем понимания, прежде чем продолжим взаимодействовать. Потому что если мы будем вне доумения... Ты понимаешь, куда ты идешь? Куда? Я с тобой я говорю с тобой, дружище, блядь. С тобой, конечно, прикольно разговаривать анекдоты, но когда дело доходит до реальных дел, когда нам... По правде нужно что-то совершить, выполнить какое-то задание, ты просто полный идиот. Ты что, сдурел? Нокт, хватит! Так ведь и убить можно! А я что пытаюсь делать? Или кто это сказал? Ты сказал?
Сказал, смотри, смотри, как я умею. Это у тебя шутки такие? К сожалению, это не смешно. Ну, парень, понятие юмора субъективно, особенно когда ты находишься еще на этапе пост-иронии, а я уже превознесся в квадрометры и-то иронию. Короче, вы все мне не нужны, я один пойду и всех спасу. Можете сидеть тут дальше, дрочить друг другу по кругу. Я сам все сделаю. И то верно. И то, да. И чё, типа, ты мне будешь приказывать свет включать? Я сам знаю, когда включать свет, когда не надо. Все, хватит мне командовать, дорогие мои друзья. Просто кошмар. Представили ко мне конченых идиотов. Содержит ингредиент... Кстати, надо покушать будет. Псай. Дэйв? Ребята, я не вижу никакого Дэйва. Я вижу просто криповую тележку во тьме. И где третий чел? Ребят, мне страшно. Может, пойдем отсюда? Извини, конечно, что я свечу тебе в лицо, но кто посоветовал включить фонарик, а? Эй, ты вернулся? Все нормально? Слушай, я просто должен проверить, что ты все еще ты, потому что, знаешь, бывает иногда так, персонаж исчезает, а потом появляется, и вдруг оказывается, что это его двойник, который в конце всаживает тебе нож в спину. А на самом деле ты мертв давно. Просто знаешь, когда тебе страшно, ты выдумываешь странные вещи. Ладно. Странные вещи выдумываешь, основываясь на фильмах ужасов. Здесь письмо, ребята, здесь письмо. Давайте. Что это? Письмо, еблан. Замечен двоерог. О, так это было не письмо, это был двоерог-мутант. Что ж, похоже, моя дедукция потерпела поражение и крах. Прозвище Кроворог у двоерога-мутанта. Отличительные черты. Красные клыки, крайняя плоть. Бонус за истребление саблей клыков в этом районе, видимо, отсутствует. Или присутствует. Не знаю. Если пишете бонус, то пишите какой бонус. Дэйв, это ты? Нет, ребята, похоже, это не Дэйв. Уже порядок. Смотри, не сглазь. Не забывай. Ой. Легче не было. Сейчас настал. Ёп ты. Прикольный, какой у меня клёвый огромный меч. Вот это мне нравится. Вот, оружие чисто по мне. Сам своим советом следовать не пробовал? Прошу прощения. Ладно, что еще? Так, у меня есть такой меч, такой есть и сабля. Пам-пам-пам-пам. Эй, а что там с хижиной? Да ей пиздец, она пустая. Ну нет, Дэйва, ну нет просто. Ну видишь, мы саблеклыков просто убили, и все. А саблеклыки, видимо, съели мистера Дэйва. Спокойной ночи, мистер Дэйв. Good night, sweet prince. Скажите спасибо, что мы не на этой колымаге добираемся до нашего места назначения. Могло быть хуже. Красивое вечернее освещение. Парни, не дышим так интенсивно, прямо мне в наушники. Видите вдалеке? Там, по-моему, там вулкан. Если еще присмотреться. Вот, охуенное извержение. Видали, ребят? Господи, как же ему похуй. Братан. Ха. А там голубой вулкан. А, так нам надо было в эту хижину? Или мы сами не знаем, в какую нам хижину надо?
Дэйв может быть где угодно. Спать хочу. Ну, погоди. У меня есть план. Кого? А, это типа тактический парень. Он будет давать нам тактические советы. Он как Линус. Линус тех типс. Игнис разрабатывает тактику, дающую преимущество в бою. Следуйте его указаниям, чтобы заработать очки. Синие бедки указывают точки, куда вы можете мгновенно телепортироваться. Я знал об этом. Я догадывался. Тащите синюю метку на мельнице и телепортируйтесь к ней. Он называется Собляклык. Такие клыки нужны ему для того, чтобы извлекать грызунов из их норок. Прикольно, кстати. Это немного жестоко. Да, с таким не подружишься. Убьем. Ну, я не вижу метки для телепортации. Ну, не вижу просто, вот не понимаю. Может, у меня оружие какое-то не то было выбрано? Ладно. Тут ты прав. Тут ты прав. Да ты жжу. Что тут скажешь? А, нет, не прав. Еще один все еще бегает здесь. И чего-то просит. Просит по щам. Серьезно? Опять? Клевый у них дизайн, конечно. Вот, телепортировался. Вот теперь я вижу. Блять, вот, ну. Вот к этой мельнице, да, у меня задание, и... Чел, да просто телепортируйся, ну серьезно. F, ну. Кайф. И теперь Ноктис быстро восстанавливает здоровье и ману, находясь на высоком месте. Тут можно отдышаться. Я так понимаю. Выполните отсюда атакующий телепорт к находящемуся вдалеке врагу. Чтобы увеличить наносимое... То есть Shift плюс F. Да, понятно. Я как птичка на жердочке. Погнали. Эффекты, кстати, можно теперь погромче сделать. Я не знаю. Ну, теперь мне кажется, что их маловато. Теперь не хватает звуков ударов. Ох. Эти видеоигры. Пока их настроишь. Эй, кто там? Это ты, Дэйв? А вот я думал, он будет другой. Я так понимаю, ты Дэйв? Мы тебя искали. Я и не думал, что из-за меня будет такой переполох. Я просто потянул лодыжку и застрял здесь. С этими зверями что-то странное. Я им нападал как следует, но добить не успел. Один все еще бродит где-то здесь. Просто ты лох. Вы не очень-то похожи на охотников, но... Разберетесь с ним за меня. Что скажете? Блин, такой крутой чел, конечно, и просто поручает задания школьникам. Четырем школьникам со смешными прическами. Ладно. А, выполнить просьбу бесплатно за деньги. Но нам, типа, нужны деньги. Я не выбирал. Да. Игра сама выбрала. Мы разберемся. Ладно. Не из робких. Давайте расскажу, где я его в последний раз видел. Думаю, он отплатит иначе. А, волшебным сосудом. Пора проявить мужество и накрутить кое-кому хвост. И накрутить кое-кому подписчиков. Как насчет этого? А, получено 30 опыта. Да кто это делает? Я не нажимал вообще ничего. Я серьезно, я правду, вот просто вот. А, я прикладываю руку к груди и к лицу, а вторую руку, типа фейспалом. И просто такой охуеваю. Эй. Что такое? Было бы разумно отдохнуть перед охотой. Да, покушаем. Только ты меня не вовремя прервал, конечно. Хорошо. Я только увидел какую-то блестяшку. Место для лагеря. Наверняка тут охотники работают, не покладая рук. Погоди, они вроде королевских гвардейцев? Да. Хоть они и не солдаты, а гражданские. Зато боевого опыта у них явно побольше, чем у нас. Даже как-то неловко, что на нас форма королевской гвардии. Да ладно тебе, ее же специально для нас шили. А еще на ней такой замечательный знак. В королевской гвардии по форме видно, кто ты есть. Носи ее с гордостью. Да, мне вообще
без разницы. Я хочу быть тем, кем я сам решу быть. Что я подобрал, я уже... После этой беседы я просто забыл, что хотел сделать, и в итоге подобрал чисто на автомате какую-то штуку и даже не понял, чего. Чего у меня теперь в кармане? Прохладно стало. Да, тут ты прав. Тут ты прав, мой дорогой. Я пока еще не всех запомнил, кроме Промпта. Промпта — это самый мелкий. Ты, я так понимаю, Игнис. А Гладиолус тот толстый. Все. Но это можно, кстати, судить по количеству максимального здоровья. У толстого оно, конечно же, больше всех. И у самого мелкого его меньше всех. И вот здесь вы думаете, было бы безопасно переночевать, да? Что ж, окей. Если вы уверены, вот около этих светящихся опасных семечек. Поглотите светящиеся опасные семечки, конечно же. Чтобы использовать эремантию, заклинание огня, льда и молния, необходимая энергия стихии. Поглощайте энергию из источников, находящихся рядом с убежищами и в других уголках мира. Вау. Погладить. Погладили. Замечательно, круто. Прошу прощения у администрации Твича за контент для 21+. Хочу еще немножко погладить семечки. Давай. Ябой. Как сказал бы ведьмак, место силы. Разобьем лагерь. Разобьемте ебало, может быть. Блять, вот просто Гладиолус худший персонаж на свете. Я ненавижу, он толстый и тупой. И в отличие от Промпта. Промпта мне вообще нравится. Я просто рутин фор хим. Разбейте лагерь в убежище, чтобы подкрепиться едой. Чтобы подкрепиться елдой вашего товарища. Увеличивающие характеристики и как следует отдохнуть, подсчитав набранный опыт. Левелапнуться, короче. Разбить лагерь. Тренировочный бой. Нет, спасибо. До утра. Подождать до ночи. Нет, да. Просто да. Я уже отрубаюсь. Врубаюсь. Все равно сначала нужно поесть. Хуярь, мой милый друг. Ужин. Убежище мерет. И что? Это сводка, типа время А, мастерство С, атака звездочка. Информативно! Зачем ты ломаешь камень, идиот? Промпта фотографирует в свой кринж компилейшн пацанов. Yep. This goes. This fucking goes. Я все-таки, наверное, верну пресет в OBS на качество. Мне похуй на все, короче. Мне похуй, что там будет с производительностью, задержкой. Короче, это все так неважно. Я просто хочу, чтобы была красивая картинка. Игнис использует разнообразные ингредиенты для приготовления пищи в лагере. О, красавчик. Интересно, насколько сильно сейчас загружен мой графический процесс? Всего на 77%. То есть OBS вполне должен вытягивать все, что происходит. Пускай. Игнис использует разнообразные ингредиенты для приготовления пищи в лагере. Собирайте новые ингредиенты, чтобы расширить список того, что может приготовить Игнис. Окей, я, наверное, перевозбудился, увидев гренку, которая увеличивает атаку на 10. Знаете, что я недавно съел парочку гренок, и, мать вашу, это действительно actual
true, а просто действительная правда. Гренки, это, блядь, это вам не это, блядь, не хлеб жареный. Это реальные гренки, которые увеличат вашу атаку на 10 очков. А, просто попробуйте уебать кому-нибудь, съев гренку, и вы поймете, что это правда. Но я предпочитаю овощное рагу, потому что увеличивает оно атаку на 20 и максимум 3, это типа озон. А количество озона увеличивается на 150. Замечательно. Овощное рагу. Давай, брат. Давай, брат. Сделаем это. Ууу, мое рагу. Да! С грибочками. Бу-бу-бу-бу. Ребята, кушают рагу. Очень вкусно, спасибо. Спасибо, мистер... Нет, Гладиолус никогда не получит от меня спасибо. Спасибо, мистер Игнис, за замечательное рагу. Я вонзаю ложку ему в плоть. И хотел бы вонзить свою ложку в твою плоть. Но пока мы еще не дошли до такого уровня безумия. Далее. Все, пожрали. Ну, неплохо, кстати, неплохо поели. Гладиолус, Башмак, Игнис, мистер Лопатка с ножом, Промпта, фотоаппарат, Ноктис, рыбалка. Ну, рыбалку мы не качали. Вообще, она не должна вообще здесь находиться. Гладиолус прокачал выживание. Игнис немножко поднял свой навык кулинарии. Теперь гренки будут в два раза вкуснее. Сила атаки, которую они повышают, будет уничтожать людей с одного просто стычка. Игнис красавчик. Промпта подкачался фотографии. Кстати, мне фотографии, пожалуйста, от Промпта. Запечатлевать некоторые моменты путешествия с помощью фотоаппарата. Посмотрите сделанные им снимки и сохраните наиболее понравившиеся кадры. Мне нравится этот кадр. Это просто как из Need for Speed. Просто зацените мою тачку, брат. Это супер. Сохранить. Да, это сохраняем. Дойки меня не интересуют. Мы чисто пацанские пацаны. Вот это классный кадр! Куда это ты тянешь свою руку, друг? И почему Игнис такой довольный? Ой, это не классный кадр, но, блядь... Это же... Что? Ничего. Кринж! А вот это неплохая. Ой, братаны, вообще... На какой-то помойке фотографии, ну... Вот это неплохая, да. Тут что-то происходит, какая-то динамика есть, забираю. Ну ладно, в принципе. Пускай будет тоже. Ну не могу я устоять. Все, остальные фотографии, ну такие себе. Старайся лучше, братик. Иначе ты будешь уволен из нашего сквада. Когда вы находитесь вне подземелья или не участвуете в боях, воспользуйтесь меню паузы, чтобы сохранить игру. Помните, что некоторые задания не поддерживают сохранение. Спасибо за информацию, я очень рад получить ее. Обучение содержит много информации о сюжете и игровом процессе, обратитесь к нему. Супер. Как отец родной. С тех пор, как они вернулись, о ней заботился только Сид. Обычный механик с ней бы и не справился. Я бы сказал, что он справился на отлично. Как любой даме, ей просто нужна забота. А будешь ее обижать, Сид тебе такое устроит. Если такое? Машина крутится, она не подведет. Машина, да. Да кто угодно. Кто угодно не подведет, если о нем заботится. Заботьтесь друг о друге, да, дорогие друзья, чтобы не было таких странных ситуаций, когда один подводит другого. Заботьтесь обо всех, кроме... Вот этого вот парня. Вообще, посматривайте за ним. Я, блядь, серьезно. Никаких гладиолусов, пожалуйста, в эндгейме. Я хочу, чтобы в конце концов мы дошли без него. Так, нам еще нужно найти монстра. Так что поспешим. Дорогие друзья, еще очень много работы.
Клевая подошва, конечно, у парня красная. Красная, классная, красная подошва. Почему она красная? А мы не должны потушить, кстати, костер. Ну, типа, по правилам лесопожарных действий. Поглотить семечки, да. Давайте свернем лагерь, короче, иначе в пустыне возникнет пожар. Да. А что тут будет гореть? Просто земля будет гореть, просто песок будет гореть бесконечно. Мы на месте. Сворачивай, просто убирай этот лагерь нахуй. Чё мы понаставили тут? Положите в карман, вот это растащите все. Чё за дела вообще? Машинка. Мафинка. Я хочу ускориться. Как можно ускориться? Да, вот так вот. На левую кнопку мыши. Ускорение. Ваши права, пожалуйста. И ваши права на владение автомобилем и ребенком на заднем сидении вашего автомобиля. Мое имя Гладиолус. Ладно, в этот раз без штрафа, но в следующий раз будьте осторожнее. Нам, кстати, надо уйти с проезжей части. Как думаешь, а у Синди кто-нибудь есть? Я? Не думаю. А ты-то откуда знаешь? Да тут и знать нечего. Такие, как она, с кем попало, не гуляют. Даже с такими казановыми, как ты? Мне было бы интересно это проверить. Но, однако, моя главная задача — защищать принца. У вас тут что-то упало. Я про огромный механизм, который типа как что-то вроде мельницы, которая здорово накренилась. Прошу прощения, дорогие друзья, я просто случайно нажал, случайно достал свой меч. Знаете, со всеми такое бывает. Идешь, и тут... О! И достал меч. Правда? Правда? Как же это уныло. И то верно. Да нормально, нормально. Гуляем, просто гуляем. Хорошо. Не обязательно постоянно сражаться с кем-то, не обязательно постоянно пиздиться. Можно просто быть друзьями и все. Очень интересно, Нокт. Вы просто зануды. Вы просто не умеете наслаждаться жизнью, не умеете брать от нее максимум. Вам лишь бы переместиться от точки А к точке Б. Вас волнует только цель. Сам процесс. Сам процесс. Это реально самое важное. Побегай, да, как псина просто вокруг нас. Это шутка, да? Вот бы эта игра тоже бегала. Бегала так же резво, как мистера Промпта. Но, к сожалению, порой она фризит и... О, вау! Вот это носорог! Двоерог? Да, но не обычный двоерог. Нам лучше побыстрее с ним разделаться. Давайте тактически сделаем это. Я запрыгиваю на трубу и с трубы ебашу ему в глаза. Погнали. Секунду. Что, испугался? А ты что, нет? Зассал. Думаешь? Ну, а по-моему, он мирный. Ага. Осторожно! Пожалуйста, убей гладиолуса. Так его! Покажи ему! Неплохо. Еще не все! Красивые рога. Хей, бадди. Найс хорнс. Брат, ваши друзья могут использовать специальный прием, чтобы помочь вам в бою. И с помощью контрола можно... Давай. Ты. Сделай что-нибудь. Не знаю, как это работает. Я просто зажал контрол и открылась QTE. Погнали. Так. Некоторые вещи еще предстоит...
Некоторые вещи предстоит реально прямо освоить. Потому что я не понимаю, как работают некоторые элементы управления. Вот, например, когда Ctrl жмешь, реально, что-то надо еще делать, или они сами все рубят? Кайф. День-день. Алло. Привет. Маша, Маша. Он в порядке. Спасибо, что нашли его. Ага. Молодцы, ребята. Кстати, ваша старушка выглядит как новая. Да, пока вы здесь. Если захотите довести ее до ума перед отъездом, дайте знать. Пожалуй, да. Она будет ждать вас в гараже. Я понял. Вот и все, дорогие друзья, игра оканчивается. А машину починили, и друзья уходят, уезжают в новую часть. И финальная фантазия 16. Ага, и пусть четыре глаза следит за топливом. Я бы ни одним глазом не уследил. Думаю, у меня тоже не получится. Пустите меня за руль. Отлично, а то впереди мне ноги девать некуда. Может, тебя вообще просто оставим тут на остановке, блядь, и все, и поедем без тебя. Ты, блядь, толстый. Ты прикинь, сколько бензина придется сжечь на то, чтобы перетащить твою огромную задницу. Идиот. А тут Кирка, кстати, обозначена на карте, значит... Оу-во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 у! Красотка! Серебряная пыль. Да. Неограненный алмаз. Чувствую себя в восторге. Прямо как Адам Сэндлер. Вау, ты можешь видеть целую вселенную, когда смотришь внутрь этого маленького камушка. Боже мой, представляешь, сколько он стоит? Я бы заложил его в ломбард, а потом купил бы на эти деньги часы, а потом заложил бы эти часы в другой ломбард, чтобы получить за них еще немножко больше, а потом на эти деньги пойти и поставить на баскетбольный матч. И после этого... Выиграть еще немного больше денег, потом выкупить обратно все свои драгоценности и после этого стать миллионером, продав все эти драгоценности окончательно. Какие-то яйца, блядь, картошка, яйцо, птицы, звери. Ну, ребят, без еды мы не останемся, короче. Кайф. Смотри, куда бьешь. Я не хотел. Игнис нам такое приготовит из этих яиц. Он их так нажарит. Ребят, вы просто выпадете в осадок. Вы уснете без задних ног и уже не проснетесь прежними. Вау. Я уже в предвкушении. Знаете, мое слюноотделение несравнимо ни с чем на свете. Вот чем мы, в принципе, и занимаемся. Ходим, бегаем, бегаем и ходим, перемещаемся в пространстве, шагая по пустыне. Все анекдоты еще будут рассказаны. А ты куртку сними. Супер советы от полного кретина, который ходит просто с курткой на голое тело. Молодец, блядь, гениально. Хлоп-хлоп. Невежливо заставлять девушку ждать. Придется извиня. Что это? Инсульт. Это Боинг 727, который крушится прямо нам на лице. Птица, полуураган, полувоздушный корабль. Его три половины, что ли? Это объясняет размеры. Потрясающе во всех смыслах. Я думал, нас убьет и уже было обрадовался, но нет. Нет, она могла бы подвести нас хотя бы подвести на эти 400 метров, которые в противном случае придется идти пешком. Ладно. Кстати, а что по заданиям? Так, место отдыха, машина, нет, это не то. У нас же был еще какой-то контракт, который мы должны были выполнить для нашего братишки, который нас кормил. Ну, тот лысый нервный чел. Нет. Ну и ладно. Все равно он мне не нравился.
Вот почему не сделать список заданий на жи? К чему эти выдумки? Кстати, если Q зажать, то происходит то же самое, что если зажать правую кнопку мыши. Вообще управление какое-то прикольное. А если F? А как тут танцевать? Что смотрите? Не видели? А, не видели. Не видели человека, который существует без ног и парит в воздухе? Ха. Ну, тогда вам предстоит еще очень-очень много открытий. Например, пух Феникса. Все, я вообще без идей, как открыть список заданий. Окей, я только что открыл его. Хи-хи-хи. Блять, магазинная музыка. А, круто, круто. Приема навык. Задание. Откройте список заданий. Да, блять, нахуй мне это пояснение тупое. Вот, звание Голодного Ветра. Уровень 2. Маленькая халтурка, которую я хотел бы выполнить перед тем, как возвращаться обратно в заправку. Ва. А так тоже кайфово от первого лица, конечно, но нет. И как будто бы быстрее перемещаешься, но мне нравилось и так. Во всяком случае, этот вид от первого лица выглядит странно. Он чисто для скриншотов, я так думаю. Я думаю так. Ну и жарище. Сейчас будет еще жарче, когда мы встретимся с животными, которые пышут огнем прямо в наши и без того горячие в переносном смысле юные аниме лица. Ах, этот скрипачий оркестр, который прячется в кустах. Как он играет прямо по душе. Прямо по душе. Прям хорошо и весело, и умиротворенно становится вдруг. Умиротворенно здесь не будет до тех пор, пока сабли-клыки орудуют в этом районе. Мы должны уничтожить их всех и поужинать их останками. Да. Жуткие твари, откуда у них? А то, я в деле. О, крошим черепа! Почему они такие тощие? Где у них все органы? Типа в грудной клетке? Только не слишком увлекайся. Да! Кто бы говорил? Бро. О! Бежал к тебе со всех ног. Красава, спасибо. Я не просил тебя. Ну чего ты? Вы звонили? Звонили? Чего? О, бой. Ну, пока что я всасываю. Причем ощутимо. Хотя мы, в принципе, победили, но могло быть пошли лучше. Ага. Мастерство Си, да, согласен. Это далеко от A и даже B. Нужно было постараться немного больше. Немножко больше. Немножко старания для всех нас. Всех нас, 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 снег. На снег. На снег всех нас. На снег на всех. Всех нас, на снег, на снег, всех нас, на снег, всех нас, всех нас, на снег, всех нас, на снег, на снег, всех нас, на снег, всех. Как вам моя новая скороговорка, ребят? На снег всех нас, снег, снег. Я сам запутался, я придумал ее, и она настолько жесткая, что сам автор взорвался, пытаясь ее произнести. Как вам такая штука? Один промпт со мной остается, и вот эти вот два зануды, они просто, блядь, могут вырыть друг другу могилы и лечь в них, и зарыться просто. Они вы не нужны, понимаете? Мы с промпта сделаем все сами. Сами зайдем в это прикольное заведение, в котором люди кушают и выдают задания. Ту-ту-ту-ту. Блинский, это же воробей. Прекрасный день. Сто пудов. Как дела, чел? Получена способность аватар. Теперь вы можете изменять облик персонажа.
Вау, 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 вау. Что? Что? О, господи. О, господи, это редактор персонажа? Тут такое есть? Нет, Сирус ли? Прямо, прямо вот я могу своего персонажа делать? Предок А, предок мать. Ну, пока что выглядит смешно, конечно. В основном из-за второго азиатского предка. Ну, ладно. А почему предки женщины? Почему, почему мои предки это две клонированные женщины? Ладно. Ну, вот так вот пускай будет. Да, весь маму. Тон кожи, ну, пускай стоит средним. Ну и все. И все, по сути. Тут больше ничего не попишешь. Ой, ну... Некоторые предки тут вот просто ужасно выглядят. Прям... прям чувствуется что-то славянское в них. И это меня огорчает. Спрос. Закончить один, да. Сохранить, допустим. Объясните мне, как вводить буквы. Нет, серьезно, нет, серьезно, нет. Я бы не против. Окей. Моя женщина осталась безымянной, блять. Броза скринж. Ват. А. О боже. Способность аватара запутывает людей и заставляет их думать, что измененный персонаж всегда выглядел именно так, поэтому они ведут себя как обычно. Если Ноктис упадет в обморок или будет взволнован, его облик вернется к исходному облику персонажа, можно изменять в главном меню. Ну, теперь я Тяночка. Теперь я Тяночка, и мне хотелось бы, знаете, принарядиться. Когда ее использует кто-нибудь другой из... О, господи, сколько информации. Установлено интернет-соединение. На вашем экране будет отображено. Да все, хватит, короче. Блядь, началось. О, господи, я вообще об этом не просил. Я просто подошел к... Сука. Я просто подошел к забавной птичке. И началось. И началось. О, боже. Верните мне моего Ноктис. Онлайновый контент, по-моему, это здесь. Несколько, много имена, аватар, функции, онлайн, выкл. Все, хватит, хватит. Элемент управления. Господи, а как мне теперь вернуться? Сервер офлайн. Да, хорошо, хорошо, офлайн. Как мне стать Ноктисом снова? Мне нужно, чтобы меня машина сбила. Изображение, графика, яркость, направление. Ну, братишка, мы и попали, конечно. Ну, мы и попали. Ладно, сейчас разрулим. Настройки не могут быть настолько сложными. Элементы, навыки, прием, снаряжение. Пим, пара-пара-пим, онлайн. Ебой. Аватар, просто убрать аватар. Восстановить исходный облик. Все кайф. Готовы. Теперь-то ага, все готовы. Идем. Сдаем, короче, наше задание. Почему интерфейс главного меню остался? Неважно. Чел, у меня добрая весть, добрая новость. Я всех убил. Всех приговорил к уничтожению. Это всего лишь вы. Всего лишь вы. В смысле всего лишь вы? Все молодцы. Кроме толстого. Ну, нормально. Ультраликсир меня устраивает. Меня все устраивает. Так, а теперь по мейн-квесту чё? Я вам все расскажу об этой местности. Да мне похуй. Если вам понравилось, приходите еще. Нет, не понравилось. Я напишу на флампе гневный отзыв за то, что ты лысый.
кошмарное заведение. Бармен лысый предлагает вместо еды ужасные задания по истреблению когтелапов. Когте заправиться. Когда у регалии заканчивается горючее, заправляйте ее на бензоколонках. Ладно. Для начала нам следует забрать нашу маленькую крохотную регалию. Мою ласточку. Извините за задержку. Красавица, правда? Не то слово. Жалко, ты тоже. Жалко мне ездить по этим дорогам. А давайте сфотографируемся с ней вместе! Тяу! Молодцы, все вышли как долбоёбы. Поосторожнее. Да, и пока не забыла. Не могли бы вы кое-что отвезти для меня? Да почему нет? Мне-то чё? А, конечно можем. Супер! Я так и думала, что вы согласитесь. И уже положила... Надеюсь, это хавка. По дороге в Галден должен быть мотель. Если вы передадите это его владельцу, будет замечательно. Внучка вся в деда. Ну что, машина наконец снова готова к путешествию? Хочешь сейчас сам ею порулить, Нокт? Ну давай, чё? Почему нет? Давай. Конечно, почему... Порулим! Тише едешь, дальше будешь. Нет! Ты сам знаешь. Я буду вести так, как мне хочется. Автоматический режим. Ручной режим. Выходим. Выходим, да, лучше, ребят, блять, выйти. Всем прочим. Да. Нет, что я тебе? Не это имел в виду. Ручное. Это что значит иногда? Пусечки на выход, все остальные остаются на месте. О боже. Так. У меня нет прав. У меня нет никаких прав на вождение этого. Как тут предслед? Что значит предслед? Самый крутой гараж. Само собой. Это же гараж королевского двора. Я буду скучать. Ебать! По всей этой поездки. Что происходит? Тебе никто не мешает приезжать к ним в гости. Когда захочешь. Синди с удовольствием займется твоей машиной. А, точно. Ах, вот в чем дело. Если нужно, можешь брать регалию. Ура! Спасибо за предложение, но когда мы вернемся в Инсомнию, я постараюсь заиметь собственную машину. И чё, без музыки будем ехать? А? Врубай. Ну... Не совсем то, что я хочу. А, давай по-другому немножко. Пара-па-пи-пом-па-пом. Я не уверен, что мы рулим в правильном направлении. Игнис? Подскажешь? Дурим.
Да похуй, доедем. Приехали, блять. Завод по производству Metal Gear. О, бой. Ладно. Чё тут у нас в внутриигровом плеере? Хер. Далее. Чё-то бензин просто прожжём весь. Вот. Easy. Doop and Bass. Радио играет для вас. Doop and Bass. Ребята, я надеюсь, пока я рулю, никто не будет гладить меня по коленке и трогать в разных местах, которые обтягивают мои супер новые кожаные штаны. Давайте без этого как-нибудь обойдемся, ладно, ладно. Будь здоров, толстый. Что чихает там в машине, если кто-нибудь заметил. Прикиньте, они чихают. Нет, не сюда, я случайно. Вау. Не будем отвлекаться. Да, я согласен, давай не будем реально этого делать. Управление автомобилем тут очень такое, знаете, опосредованное, прям скажем. Так, ты жмешь вперед и все. Особо ты, короче, типа, не владеешь этой машиной, прям скажем. Машиной владеет игра. А тебе требуется только владеть собой. У меня это не очень получается. Но под такую музыку, в принципе, есть успех какой-то. Что еще тут есть? Окей. Нет. Оригинальный саундтрек Kingslayer Final Fantasy 15. Ну, как бы неплохо пока что. Правда, я ни хрена не слышу, кроме пары нот. А музыку я при этом в настройках не убавлял. Она вот такая от природы тихая. Паркуемся. Парни. Теперь мы будем ночевать пожалуй, здесь. Пожалуй, на сегодня хватит. Возможно, лучше доверить руль мне, пока мы не изучим место. Пока мы не врезались нахуй. Выберите пункт назначения, Игнис отвезет туда всю компанию к кратчайшему маршруту. Игнис отказывается вести машину, когда вокруг рыскают демоны. И по ночам садится. Вот такие вот пироги. Гладиолус по-прежнему бесполезен вообще в любых вопросах. Эй, мистер отельный человек, мне, пожалуйста, номер. Самый чистый и охуенный, который у вас имеется. Вы что, специально сюда ехали, чтобы... Блять, это же Клинт Иствуд! Сердечно благодарю. Я сам ее достану. Мама мия! Посидите. На чем посидеть? Вот бы посидеть на коленках у Клинта Иствуда. Пивося. Собака-почтальон! Молодец! У этого пса отличное чутье. Да уж, комар... Чутье на дебилов. Как только ты нас находишь. Секундочку. Киса. Флэшбэк. Красивый. Припечатанный мы сургучом цветочек. Точно таких же цветов. Ага. Селецветы. Я это помню. Знаешь... У меня есть к тебе просьба. Когда будешь уезжать, возьми, пожалуйста, с собой этот блокнот. Ага. А потом, давай ты положишь в этот блокнот что-нибудь и отошлешь его обратно. Чтобы туда положить. Я бы положил туда марку.
Стало время мне покинуть. А, наконец-то я увижу, сколько лет прошло. Ясно. Только что выехали из королевского города. Ну, давай нейтрально. Просто заметка о путешествиях. Без слюней. Хлоп. Нормально. Все. Удачи тебе. Давай, моя маленькая. Я знаю, ты наверняка мне не ответишь. Не спрашивай. Что это было? Ну и пожалуйста. Ну что ж, дело сделано. Можем ехать в Галдин. Погоди ехать, переночуем тут. У Клинта Иствуда. О, клиент. Вдохните, да. Да, давай, сделаем это. О, бой. 300 вообще копейки. Остановимся на ночь. Да. Мягкие постельки. Ей! Порадуем промптом мягкими постельками. Пам-парарам-парарарам. Вау, как же ты сфальшивил, братец. Ну, вот на этом, типа, мое знакомство с игрой на текущий момент можно окончить. И если я, типа, вообще увижу кого-нибудь в чате сейчас, то я мог бы подхватить этих людей и отправить их, знаете, куда? Вот сюда. И подрубить там, короче, блядь, последние, нахуй, Звездные войны. Если кто-то еще живой здесь, пользователи, какие-то странные пользователи, вот кроме Сибы в списке просмотрщиков, я вижу странные никнеймы. Бр27уна. Бро. Вот так всегда, когда ты играешь в видеоигры, всем похуй на видеоигры, вот как только ты включаешь веб-камеру, сразу в течение вообще всего стрима сидят все на свете и комментируют бесконечно и общаются с тобой. Вот такой вот он Twitch. Вот такой он Twitch. Блять, вот толстый мужик просто загородил лицо. Испортил фотографию. Такой вот он Twitch. Отлично. Никого не интересует игры. А там что за тёлка? Серьезно, что за тёлка? Вау. Вот это да, какой красивый снимок. Да, соглашусь. Я специально выбирал ракурс для регалий. Нормальный кайф. Пим-пом. Да это что такое? Просто стена. Молодец, молодец, дружище, кайф. Ладно, больше мне особо ничего не нравится, и память я забивать особо не буду. Хотя вот это неплохая фотография, но хрен с ней. Назад. Ну, а там еще селфи были. Оставлю это новое утро. На другой день, на другой стрим. А пока. А пока. Всем пока. На самом деле, до встречи.